Опа-на! Вы находитесь на канале Грибоискатель, друзья. Я вас всех приветствую. И мы приехали в лес, зашли в сосенки такие. Сосны такие, смешанный лес, но больше сосны. И видите, друзья, зонтики есть. И это классно, потому что вкуснейший гриб вообще. Сейчас пойдем поищем. Друзья, оставайтесь на канале. Сегодня будет увлекательная грибалочка. На зонтике, а может даже и белые попадутся. Сейчас вообще пошел массовый сбор грибов. Так что, я думаю, все удастся. Хорошая грибалочка. Погнали, вперед, за грибами. Так, давайте сорвем его. Ух. Сколько мяса, друзья. Это вкуснейший гриб. Ох, вот так вот пообсвежим его. Раз, в яичный кляр на сковородочку. Запекаем с солью и все. И все, и ешьте. Обалденный вкус. Это супер гриб. Сейчас мы поищем, должны быть еще. Растут они вот так вот. В соснах. Рядом с соснами, на открытых, на полянках. Все, отправляемся на охоту. На зонтике. Вперед. Друзья, вот как они растут, смотрите. Зонтики. Красавцы. Опа. О. Чистоганчик. Смотрите, как переливается. Красота. И в корзиночку его. Так, а здесь у нас что? Он как-то подразмяк даже немножко. Опа. Что-то он такой мягкий. Это ручной, кстати, сам прыгает в корзину. Так, это мягкий какой-то. А этот что скажет? Ух, ё. Ну, от дождя ты бы как-то берёт. О. О, какие. Красавчики. Там еще два стоят. Папан пошел на разведку. О, друзья. Смотрите. Здесь один сорвали, вот еще один. Ну, этот. Ой, развалился. А вот еще зонтик, смотрите. Раз его так. Красавец, пестрый. И сюда его в корзиночку. Раз. Какая красота-то, смотрите. Насколько он красив. А вот еще. Раз его. Ой. Красавцы просто. Так, давайте еще поищем, друзья. Какой-то гриб стоит, непонятно. О! Маслета, что ли? Маслята. Хорошие, нехорошие. Чистые. Чистые маслята. Сейчас поищем. Маслята пошли, друзья. Интересно, насколько они чистые. Давайте вместе с вами посмотрим. Так. Чистые. Вот они. Еще. Видите, массово. Сосенка. Погнали. Друзья, вышел я на такую вырубку. Тут стояли елки, которые погрыз короед. Их вырубили. Теперь вырубочка такая светлая, естественно. И тут, смотрите, вот они. Зонтики пестрые. О! Так, ну это уже, кстати, старенький. Это мы брать не будем. Но это не главное. Вот самые. Вот самый-самый размер-то. Королевский. Вот это. Барабанные палочки. Его, опа, как сломался. Ну, я, ножку у него не едят обычно. А вот это вот самое-самое. Вот это мясо. 100-150 грамм где-то мяса. А вон еще. Вот это красота, друзья. Зонтики вкуснейшие. Ну-ка, посмотрим на этот.
Опа! Чистоган. О! Смотрите, какой красивый. Чистое мясо. Французы обожают просто этот гриб. Кстати, привет грибникам из Франции, если вы смотрите. Я знаю, что вы любите этот грибок. Сейчас поищем таких красавцев. Антенна. Тут принимает сигнал от боровиков. Интересно, есть там боровики-то? Пойдем посмотрим. О, друзья, закос пошел просто зонтиков. Смотрите, как красиво. О, молодежь. Уже полная корзина, кстати. Вот это грибосики, друзья. Вкуснейшие. Вкуснейшие. Не давайте им пинка. Друзья, прошу вас. Я уж сколько раз видел. Вот они. Это не поганки, это зонтики. Так, ну это какой-то большой, но... Ух ты, чистоган. Корзина его. Он, кстати, кузнечик запрыгнул. Эй, дружок, ты что там забыл? Иди отсюда. Иди гуляй. Ладно, он по дороге выпрыгнет. Сейчас мы прогуляемся здесь по вырубке. Вот это закос, друзья, пошел. Рвем. Чистоганчик. Корзина уже все полная. А тут смотрите. Еще три. Они как хорошие, не хорошие. Хорошие. Кладем. Так, ножик вытаскиваем. Так, еще грибок. Хороший. Так, сюда. Еще. Ну вот это, наверное, старенький. Нет, тоже хороший. Все. Битком. А ведь они не кончаются. Вот еще два. Все, друзья, счастье. Фантастика. Зонтиков уже на зиму, наверное, хватит. Целая корзина. Я чувствую, сейчас еще наберем. Продолжаем. Друзья, шли мы по лесу. Такие елки, липы. Там елочки. Думал, беленьких пособирать. А что-то нету белых. Зато... Думаю, что это такое в стороне? Подхожу. И что я вижу? Вот это да! Друзья, судьба, она все-таки справедлива. Это же гриб-баран. Помните, в предыдущих сериях я там смотрел, как будет расти. Оставлял два раза. А потом его кто-то собрал. Судьба вернула мне должок. Спасибо. Спасибо, судьба и природа нашего края. Подмосковье. О, просто красавица. Два экземпляра сразу. Чудеса просто. Вот оно, счастье грибника. Красавцы. Такие же они красивые. А запах какой идет. Вон она, мама. Сейчас сорвем. На этот раз оставлять не будем. Ну что, друзья, давайте посмотрим на гриб-баранчик. Как он будет выглядеть. Смотрите, какой размер, кстати. О, да, те от нас убежали. Шикарно. А может, это они пасутся только? Как сорвать-то вообще? Срезать надо, пусть корешок останется. Все, им все равно грибница. Так, давайте срежем. Не будем рвать. На всякий случай. Я под корешок срежу здесь. Оп. О, он развалился. О, как дерево, друзья, смотрите. Это просто дерево. Грибное. Харчо будем делать, Миша. Какой запах, друзья. А, Миша, харчо из баранины. Харчо из баранины? Да. Да. Повезло. Посмотрите, раз. Те у нас убежали. Ответвление. Отрезаем. Два. Эти попались. Отрезаем. Во. Вот оно. Сколько мяса. Баранина. И барашки живы, как говорится. И грибы у нас есть. Так, это раз. Где там? А вот второй еще грибок.
Друзья, счастье тому, кто найдет баранчика. Потому что он каждый год на одном и том же месте вырастает. Это мы уже сами видели. Да. О, а здесь муравьи, кстати, были под баранчиком. Ой-ой-ой-ой. Это муравейник уже. Он полный муравьев. Надо рядом положить, чтобы они ушли в муравейник. Рядом положи. Они уйдут к себе, муравьи. Да все, я рядом положил. Я рядом. Ну ладно, друзья. Будем продолжать. Пойдем походим за зонтиками. Вот они. Я думаю, куда я делал барабанные палочки? А они вот. Друзья. Опа. Барабанная палочка. Кстати, длина-то какая? 35 сантиметров. Нифига себе. Ну ладно, ты один я вырвал, другие вырывать не буду. Потому что надо брать только верхушечки вот так вот. Вот эти шарики зонтиков. Зонтик пестрый, вкуснейший. Вот эти шарики просто вообще огонь. Так, кладем к нашему баранчику. Там вот беленькие есть. Я их просто не заснял, но белые есть. Попадаются немного. О, какие шарики, друзья. Вот это да, два. А вот еще молоденький, смотри, барабанная палочка. Опа. Красота, друзья. Вот они. Вот так растут. Папан разведчик там. Нету? Полно, вот такие. Огромные? Ага. Сейчас поищем молодых. Друзья, мы тут закашиваем зонты с папаном. У нас счастье грибное. Потому что, смотрите, какой размер. Во-первых, корзина-то у меня уже полная. Причем это уже вторая корзина, друзья. О! Размер зонта, посмотрите. И он хороший, видите? Пластиночки белые. Просто антенна. Выходим на связь. А? Алло, алло. Зонты. Фантастика просто. Все, продолжаем, друзья. Опан. Как? Я не знаю. Никогда такого не было, Миш. Зонтовое счастье? Это, как называется место? Рай зонтиков. О, друзья, по корзине. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, они идеальные. И еще там в машине корзины. И вот они еще растут. Их уже девать некуда. Вон еще, кстати, смотрите. Они вот, трава. Но эти уже, кстати, вот на открытой местности они уже вот такие, старые. Но все равно будет чистый. А они червивочки. Вот это мы поохотились. Фантастика. Какая-то вырубка. Все, друзья, идем искать белые. Ну вот, друзья, смотрите. Какая красотища, а? Две корзины зонтиков набрали. Хотя шли в елки за белыми. Изначально ехали в один лес. Потом заехали в один, увидели зонтик. Сорвали, потом больше не было. Зашли в елки, пошли искать белые. Белых не было, потом опять на поляну вышли, опять зонты. Потом гриб-баран. Сегодня какая-то удивительная грибалочка получилась, друзья. Годовой план. Годовой план выполнили по зонтам. Да, всего. На печку сейчас. Кстати, погода разгулялась вообще. Какая красотища, смотрите. Работа еще разгулялась у нас, надо ехать. О, вот это красота, друзья. Грибное счастье с утра. Друзья, заехали в сказочный лес. Какая тут красота вообще. Зеленый мох. Сосны. И что здесь и есть, друзья. О, какой красавчик. Как красиво он сидит. Какая ножка длинная. О. О. Ничем не пахнет. Хвойный запах.
Ну, красавчик, смотрите, грибок-то. И он не один. Давайте посмотрим еще один. Вы уже видите? Вот оно. Какой красавец. А рядышком еще маленький ползет, смотрите. Вот это грибочек. Беленький. Опа, чуть не упал. Во. Красавцы. А этого мы оставим. И посмотрим. Может быть, в следующий раз заедем. Посмотрим, как он вырастет. Вот здесь вот елочка. И вот такие они. Ха-ха. Красотища, друзья. Это как вот в конце октября в прошлом году были. Вот такие же. Фантастические. Ну все, друзья. Отправляемся домой. Нагрибачились. Красота. Приеду домой, покажу вам результат. Все, пока. Едем до дома.